за 500 тысяч долларов. С левой стороны смотрите силуэт тюльпан в середине от башни, купола, минареты. Тюльпан раньше являлся символ власти, символ империи султана, так сказать, да. И поэтому его отражали в его кафтаны, одежды. Сейчас является символ города. Уже лет 10, как отмечается в апрель месяц, фестиваль тюльпанов. И вот перед Святой Софией на площади там и выставляется живой ковер с тюльпанов, луковички тюльпанов разных цветов, такой как орнаментина ковер большой. Все продолжал до того, как первая зима покажет истину. И над заливом Золотого Рога самый высокий мост, это называется Халич, на имени залива Халич. И когда шел снег, эти метровозы не смогли подняться, эта рампа, которая около 10 градусов. И бедные люди выехали толкать 1 миллион